Так, ребятки, всем привет! Сегодня план такой, доехать до парка Горького. Так что будем ехать. Так что всем привет и приятного просмотра. Ну а я потихоньку буду ехать. Здесь машин много. Проезжать новый, старый. Но проезжать, заезжать не будем. Он уже видос этот был у нас. Мы поедем дальше. Прямо вниз. Ну что ты творишь? Долбоюбин. Таксисты уже просто, блин, чтобы их послали. Да, соблюдением всех правил. Если красный, значит стоит. Ну, погода сегодня чудесная. В Москве еще обещают целую неделю прекрасной погоды. Как дальше, не знаю. Но я как бы рассчитываю хотя бы, да, еще затронуть Октябрь. Так, ну все, здесь заезжаем, скорее всего, и будем переходить. Так, ну все, ребятки. Арбат у меня с правой стороны. Проехали. Едем туда вниз. Нам еще приблизительно ехать километра полтора, что ли, два. Вот если ехать по вот этой вот велодорожке, если так ее можно назвать, то это получается зеленое кольцо, Green Round. Приглуши. Green Round, зеленое кольцо, но оно еще не доделано. То есть полагаю, что доделываться оно будет уже к 2024 году. В принципе, да, так удобно. У тебя своя полоса, пешеходам не мешаешься. В этом и есть что-то. Пока отрублюсь, немножко будем экономить на все. Потом еще включимся. Thank you.
едем мы с вами правильно. Нам надо еще будет перейти. Да, вон она, набережная. Нам надо будет на ту сторону перейти и ехать. Ну, доехали быстро. Теперь вдоль по набережной едем до Крымского моста. Переходим мост Крымский. И мы в парке Горького. В общем, вот так вот. Пока только 16 километров. Что не может не радовать. Это с учетом от моего дома. Покатаемся по парку Горького, по набережной. Ну и как бы вот так вот. Такой будет выпуск. Да, естественно, этот выпуск выйдет в 4К. Я уже снимаю в 4К. Вон он, Крымский мост. Ну, тут, да, где-то километр. Погода, да, в Москве радует. Еще неделю радовать будет. А дальше посмотрим. Добираться, естественно, я буду таким же макаром. Самый простой вариант. Все еще с вами по Крымскому мосту поедем. Ну что делать? Ну здесь ехать удобнее, чем там. Здесь ходячих нету. Пару таких же велосипедистов, как я. И все. Ну, это практически центр Москвы. Если мне не изменяет память, Якиманский район. Или округ, ну, в общем, как-то так. Там он переходит, сейчас перейдем и поедем по мосту. Так, все, ребята, на Крымском мосту. Там только лесенки. Естественно, пришлось его поднимать. Но мост уже относительно старый. Тогда этого, естественно, не было ничего. В далеком Советском Союзе. Ну, в общем, welcome. Парк Горького. Давно я тут не был. Сегодня будет народу и так должно быть много. Даже на фронт есть.
опять что ли ремонт? Сейчас узнаем. А не, проедем. Это не может радовать. Не радовать. Набережная длинная, но поедем посмотрим. Сейчас я вам еще так сделаю. В общем, подержу я ее в руках, чтобы вам так показать. Немножечко. Потом один. Так, ну все, едем. Когда обратно поеду, я вам с той стороны снимаю. Посмотрим. Тоже все очень красиво, фонтаны. В общем, видос получится достаточно длинный. Врезать даже не буду. Хоть воздух почище. Прокатимся по набережной, потом поедем немножко в парк культуры. Я просто не знаю, там можно вообще кататься. В общем, посмотрим. Такие кувшины. Не знаю, зачем и к чему они здесь. Да, давненько я тут не был. Даже самому интересно. Thank you.
открытого типа. Да, походу за столько времени, сколько я здесь не был, делали много. Скорее всего. Гениально. Ну, в общем, как-то так. Белка, белка, белка. Куда ты, белка? Под колеса. Не знаю, попала в колеса. Нет. Шальная белка. Типа как в боях в Абу-Даби. Сейчас всю камеру замылит. Ветер пошел. Так, уехали мы оттуда. Так, это, я полагаю, здесь места для курящих. Возможно. Ну что, еще на пруд что ли сгоняем, а потом туда поедем. К нему и не проедешь.
можно проехать. Конечно, я заберусь. Ничего особенного. Едем дальше. Че, нормально так? Раньше он назывался парк культуры, сейчас парк Горького. Так спокойненько на велике катануться. По-моему, прекрасно. Прекрасную московскую погоду. И сейчас он, да, называется парк Горького. Вон подушечки такие. Можно лечь. Будем выезжать, наверное. Еще поедем. Беседка. Ой, цветочками пахнет, отпадно. Надо еще раз катануть. Ребятки, я посижу. Отдохну. Ребятки, едем пока опять. Серьезно? Сегодня хорошо, будни, народу здесь мало. Вот почему и была такая затея сгонять сюда. Но все-таки мы еще раз поедем сюда. Катимся, ну и на этом, наверное, все-таки будем закругляться. Что вам еще показывать? Я даже не знаю. Третьяковская галерея, искусство 20 века. Это справа от меня.
крапает, везде все крапает. Ну, наворотили, блин. Честно, а здесь можно кататься? По этой змейке. Может, конечно, нельзя. Петру и Веру. Наверное, только ходить можно. Может, ходить нельзя. Хотя люди ходят. Что-то у меня здесь 100 лет нет. Есть повод, есть велосипед. И на велосипеде можно. Ну, Красный Октябрь – это шоколадная фабрика. Сейчас она, по ходу дела, не работает. А когда работала, когда здесь проходишь или на корабле там проплываешь, очень вкусно пахло шоколадом. Это я помню еще с советских времен. Так, ну все, ребятки, мы разворачиваемся. И поедем обратно. Ну вот как бы так. Такой вот выпуск был в парке Горького. Сейчас едем, я развернусь, покажу. Белочки здесь вообще пашут. В общем, как-то так. У меня еще такой обзорчик. Ну и все, собственно, на этом выпуск подошел к концу. Надеюсь, вам понравилось. Так что... Всем спасибо, всем пока, всем мира и добра. Ну а я сейчас на перекур, ну и потихоньку домой, наверное, поеду. Сейчас только еще здесь прокатимся. Здесь типа можно. Можно зайти, там будешь жариться. Либо что-то в этом роде. Честно, даже домой особо ехать-то неохота. Погода прекрасная. Но с учетом, сколько мне еще ехать, а я уже под 30-ку накрутил. Так что все, ребятки, все, что мог, показал. Всем спасибо, всем пока.